Лапинск, в воротах номер 1 Алексей Калтыгин. Далее защитники справа налево, 18-й Алексей Петрусей, Егор Башко, 17-й Кирилл Полховский. Кажется, вот так будет играть команда. В опорной зоне 10-й Линцевич. Ну и совсем скоро стартовый свисток дал уже главный судья встречи Амин Куркхили. Ему помогают Сергей Теслюк, Андрей Гетиков, 4-й судья Сергей Набокин. ФФ, а это очень важное условие. Поэтому для волны здесь... очень высока цена сегодняшнего матча. И думаю, что это может быть интересно. А здесь гол открывает Минское «Динамо». Делает это моментально, очень быстро. Уже на второй минуте матча капитан команды Максим Бутько забивает гол. Это его 14-е взятие ворот в этом сезоне. Мы Максима с этим голом поздравляем. И вот так вот, такой вот холодный душ для игроков «Волны», не иначе. Ну, там подпихнул вроде как Алексей Коняхин, но молчит свисток. И смотрим за этим моментом, и смотрим за этим голом в исполнении Андрея Луцковича, который дубль в сегодняшнем матче делает. 31-я минута, Луцкович, 2-0, динамовцы вот так вот нежданно-негаданно обыгрывают «Волну». Ну и не знаю, пинской команде сегодня очень... такие на поле фортеля выдает нам. И вот сейчас снова атака у минчан. Жечка! И там Бутько пробивал. И очень опасно было. И мяч пас очень хороший. Пас на правую половину поля. Там Дубовик на Кролика. Кролик неудачный пас отдал. И вот это уже удачно. Жечка, удар! Добивание! И Андрей Луцкович хет-трик в сегодняшнем матче делает. 3-0, 45-я минута. Сушите весла, паровоз приехал. Завершилось. Да. Сейчас уже динамовцы очень здорово свою атаку начинали. Артем Соколовский там, но не прорвался он на оперативный простор. Пришлось ему обратно мяч отдавать, пасовать на своего сокомандника. Ну и сейчас зато перевод удался на другой фланг. Там Александров. Что он придумает? А это пенальти. Ну вот, допрыгались футболисты «Волны» героям. И кто вы, и кто станет главным в этом эпизоде? Бутько разбегается. Удар! Калтыгин парирует. Удар с пенальти. Потому что вот только что был момент снова у Бутько. А судя по тому, что происходит на поле, надо сейчас Минскому «Динамо» почему-то забить четвертый, а не «Волне» пытаться отыграться. Потому что пока, по крайней мере, мы это видим, там была попытка удара от Владислава Кролика. Очень хотелось бы сейчас, вот если бы XG у нас прямо сейчас в процессе посмотреть. Ну, «Волны» какие... были бы величины. Удар! Ну вот, наконец-таки. В сердцах болельщиков пинской команды до конца, до последнего. Но, будем откровенны, команда провела очень-очень неплохой сезон. И момент у «Динамо». И здесь нужно было бить. И вот удар. И вот 4-0. И вот Алексей Жечко. Жечко, 84-я минута. Все же 4-й гол. Динамовцы заносят в чужие ворота. Поздравляем их поклонников с еще одним взятием ворот. Алексей Жечко, 6-й гол.